Буэнос диэс, мис керидос амигос, ядерный рассветный заряд вашей экрана, это значит, что мы продолжаем страдать хуйней Fallout New Vegas. Кто же тот пилот, который меня сбил? Что называется? Ну что ж, сажайте свои жопы поудобнее, берите ништячки. Если у вас есть иные идеи насчет того, во что поиграть, пиши в комменты. Может, даже прямо сейчас я подожду. Ну и погнали. Итак, что у нас там? Отель Бизон Стив, который необходимо зачистить. О, как раз с терминалами поразвлечемся. Так. Ага, сброс попыток. Так, абилити. Нет, надо на инк. Так. То есть он вообще инга не содержит. Это значит не сервант, не сэшн, не мелтинг, не ром. Керриес? Не керриес? Протект. Хуя попали. Добро пожаловать на уровень 3. Так, энергооружие мне не надо качать. Наука у меня и так охуенно. Так. 13 очков. Вот так сделаем. Без оружия, ну. Вот так пусть. Вот так. Так, перков нам на третьем уровне не дают. Да и хуй, как говорит, с ними. Так, это мне пригодится. Кость. Так, пригодится. Я не знаю, нахуя я это все пизжу. Но я же скопидом. Заебись. Так, навык взлом полтинник. Бля, богатая помойка. Слушай, а? Я прям прихуеваю. А это я еще нахуя спиздил, а? Так, вес 204. Заебца. А, 160 у меня потолок. Соответственно, можно лишнее говно сейчас повыкидывать. Так, 160 мне надо минимум нести. Минус один, ну да похуй. Так, ну в принципе можно говно выкинули. То нам понабрали, то я ебу.
страйк. Короче, собираем все, там разъебем. Хуево. Да уж, пили они тут как следует, я вам скажу. Так, нет здесь никого. Ой, бля. Тряхануло. Ах ты пёс. Так, надо говна повыкидывать. Однако стоит учитывать, что там еще одно рыло. Да. Ужин схотел, не вышло. Так. Девятимиллиметровый. Так. Это веселая хуйня.
Надо поаккуратнее теперь выбирать, что тебе надо. Пусть у него лежит нахуй. Башку проламлю. Самый оптимум, наверное, все-таки 9-миллиметровый тут юзать. Как-то даже странно. Я думал, тут будет повеселее. О, кассеролька. Бычек. Естественно, да. Три бутылки сансета спиздить. Это прям невымирающая срань. Кукухня. Поехала. Нахуй мне довоенные бабки. I don't suppose you came here to rescue me. I'm in a... Indeed, I do, good... Oh, that's just... Oh, that's so gracious of you. Please excuse me, I'm extricating myself at the moment. Ну давай. Сходим в два рыла. А то хуй тебя знает. Howdy. Well, that was quite an event. Breaking my... Problem is, there's... I was scared. They were talking about... They said they'd be heading... Hello again. Oh. It should be someone brave like you, but... I heard the Powder Gangers talking about someone in the prison named Myers who has some... Also with the NCRs. You will. The sheriff. You also may be able to convince... Не, в пизду, я лучше шерифа тогда возьму. В сраку этих НКРов, если честно.
Мне почему-то так кажется, что в сраку их. Так, что у нас тут есть хорошего? Так, а именно квесты. Город, который мне не нравится. Значит, мне надо туда. Так, вот эти штуки я у него спизжу, остальное мне как бы к хую не упало. Это что за веселый домик? Офис шерифа? Пуф там. Значит, будем знать, что в Примме, в кабинете шерифа, есть такая штука, как верстак для патронов. Бля, страшно ебнуться. Ой, мына. Ой, еще мына. I'm not sure you should be here. Да и пошел ты нахуй, пес бесхозный. Чтоб тебя за кокошки в черепную коробку грызли. Фука. Так вот быстрее. Во-первых, можно вздремнуть. Сука! Так, 8.52. Так, 9, 10, 11, полночь. Ну, сейчас 9, грубо говоря, 10, 11, полночь. Час, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А давай до 8.
Не, ну мозгами-то я понимаю, что я как бы тоже, блядь, не с совочком тут гуляю. Но все равно как-то стремновато в это очко дьявола лезть. Чух-чух, мазафаки. Так, эти двое мне явно не рады. Ох, нихуя. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Ах ты, блядина. Бом, бом. Никто не сможет меня остановить. Ну все, петух, сейчас я в кипятке сварю. Где моя большая кастрюля? Блядский ты хуй. Где там мой любимый 9 мм? Собачатина, шта? Бля, я бедолагу располовинил, что ли? Ну ёптою. Ой. Так, надо как-то ту горушку обходить. Ох ты ж, ёбаный ты в голову! Во что я ввязался, братва? Не, ну справедливости ради. И ему с такой дистанции, с печехлетом, очень тяжело будет. Но у меня-то есть вот такая вот вещица. Ага, была. Ебаться, улыбаться. Хуйла. Двигается хуй лучше, чересчур быстро.
Хуя его задергало. Да, вытрепали они меня как следует на самом-то деле. Да. Так, надо пивка уебать. Наверное. Вон еще пидрилла ко мне бежит. Сука, да что ж ты за бариста такой, а? Хуй попадешь. Оп, наебал. Спать. Блять, откуда там работают? А. Бля, лишним не будет, но я думаю. Что вот этот чувак интересовал? Оу! Охуетительный намечается замес, господа. Хотя не, в пизду, это ваше радио. Невкусно, что называется. Блять, сколько они там пьют. Опачки. Мужик, ну ты же зря подходишь, ты понимаешь? Быстрый шопонос, а.
Мне бы, бля, по-хорошему новую винтовку. Вот это было бы заебца. Приходится жрать, чего дают. Потому что что? Правильно. Хуёв как дров, а не новый ствол. Ладно, блять. Ой. Так вы ж горите, чуваки. Какие же у них винтовки удрочены. Ну чё, блядь, у меня полный бак. Связываться со мной не рекомендую никому, собаки. А, или это... Ах ты ж, ёб твою мать. А, курьер погиб. Я думал, Майер сдох. Так. Да пизда, а? Блять, опасно.
Didn't know anyone would willingly walk into this place. Not unless they were looking for trouble. What's your story? That was a short. I'm not sorry. Assuming an end, due process has its place. All right then. Так, вот этого придурка еще нет, самое. Прикольно. Да. Так, теперь посмотрим, что по квестам. Так. А, здание тюрьмячки я здесь не пройду. Так-ка сюда схожу по приколу. Надеюсь, меня здесь не выебут. Выебут, конечно же. Я думал, тут срет кто-то сидит. Ну хоть есть куда хезать, блин, и то спасибо. Даже поспать можно. Там под окном ЗК. Проталина танка.
Блять, патронов мало, но я еще хочу пошмалять. Администрация. Блять, патроны кончились, стрелять в уродов нечем. Нихуя вас там. Блядь, загнали в угол. А вот сейчас им придется сильно хуже. Блядь, пиздить вас что ли начать? Ну ебана в рот. Как-то энергетическая пуха у него есть. О. Блять, как быстро уничтожили-то, а? Так, сразу помощь, супер вдуваем. Так ты же действительно омлет. Я что, Майерса сжег случайно или где? А, если я верно вкурил, кто-то еще выжил, блядь. Да, но выебли меня, конечно, как надо. Так, почему задание-то провалено?
Ну, давай. Господи, какой он задумчивый, а? О, welcome to уровень 4. Сразу уваливаемся на 25-й. Взлом надо апнуть. О, перки. Понимание. Сколько всего хорошего-то. Берем образованного, короче. А, точно, я же... Инсинератор. Я сейчас, наверное, допрыгаюсь до того, что меня перегрузит. Так, а вот от говна надо бы избавиться, кстати. Так, хрена у меня есть. Бейсбольная бита, бинокль, три блока сижек. Вот это выбросим. Винт. Виски. А, гильзы веса не добавляют, все нормас. Фу, как я невкусно рыгнул. Так. А, тут я уже был. А, точно, через клетушку выход. О, чье-то мясо догорает.
Кто там нахуй такой умный, а? О! Полыхнуло. Полыхнуло, пригорело, уебало, бомбануло. Ты же любишь взрывы, а? Ойц. Часик надо вздремнуть. Так, что у меня по стволам хорошего? Точность я ебу. Да и с зарядкой проблем пока нет. Нос чешется. Так. Ух, как я затянул. Две серии в одну уместил, да я псих. Ну что ж, спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как всегда, Лукас, Пиписька, Идейка. И до встречи в следующей серии. Адьюс, братва, и сорян за затяжку.